В Венгрии премьера переизбрали на фоне протестов. Венгерский парламент большинством голосов переизбрал действующего главу правительства Виктора Орбана премьер-министром страны на фоне массовых протестов против него. Парламент Венгрии в четверг, 10 мая, избрал Виктора Орбана на пост премьер-министра на фоне проходящих против него протестов. Об этом сообщает Reuters. Отмечено, что по итогам выборов в апреле 2018 года его партия Фидес получила 133 из 199 мест в парламенте, что дает возможность менять конституцию страны. Премьер Орбан подчеркнул, что не планирует вход Венгрии в еврозону, однако страна все равно останется членом Европейского Союза. Как сообщается, 8 мая в Венгрии у здания парламента в Будапеште собралось несколько тысяч человек, которые выступают против Орбана. Как сообщается, люди пришли с протестными плакатами. Они обвиняют Орбана и его партию Фидес в манипуляции результатами парламентских выборов. Указано, что демонстрация была организована общественной организацией «Мы», это большинство, которое уже собирало протесты 14 и 21 апреля после начала акции в 18.00 по местному времени на улице вышли около 10 тысяч человек. Организаторы заявили, что не позволит коррумпированной системе Виктора Орбана лишить нас нашей свободы, субсидий ЕС или места нашей страны в Европе. Новости от корреспондента в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.